Спускаемся в подземный переход, чтобы посмотреть, какие подземные переходы в центре Ташкента. Что же я вам хочу сказать? Очень даже мило, чисто, сухо, без какой-либо торговли. Стеночки все чистенькие, без граффити. Полы помыты, ни пылинки не видно, ни соринки. Так что в отношении центрального подземного перехода или одного из центральных подземных переходов в центральном районе ставим однозначно 10 из 10. И вот мы вышли наверх и направляемся к памятнику. Что бросается в глаза? Большое количество полиции. Они стоят, ходят, машины полицейские с мигалочками. То есть все это говорит о том, что мы готовы в любой момент пресечь любое правонарушение. Ну вот такой вечерний Ташкент, центральная часть, сквер Амира Тимура, видного государственного деятеля. Тот самый Тимур, которого мы знаем как Тимерлан. Хотя правильно называть его именно Тимур. Амир Тимур. Или просто Тимур. Вот он стоит, на коне сидит, машет приветственно всем рукой.